Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения информационная программа «Наши новости» в студии Лидия Михалева. Спонсор нашего выпуска – клиника Гусарова. Спина болит, суставы, голова – в клинику Гусарова пора. Неврология и восстановительная медицина в Пушкино. А сегодня в выпуске вы увидите. В преддверии юбилея Победы в библиотечно-информационном комплексе состоялось совещание с участием членов правительства области, а также открытие выставки «Книги войны». Большой объезд. Александр Тропин осмотрел проблемные точки города. Уникальные вещи своими руками. В Доме дружбы открылась выставка «Мир дому твоему». Россия и Америка. Диалог культур. Закрытие 8-го фестиваля музыкального искусства стало вечером премьер. Обо всем этом другом прямо сейчас. Во вторник библиотечно-информационный комплекс встречал гостей из правительства Московской области. В центре состоялось заседание по вопросам работы подмосковных библиотек и подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот же день на базе регионального центра доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки открылась экспозиция «Книги войны». Работала она в годы Великой Отечественной войны. И на сегодняшний день в ее фондах в отдельную коллекцию собраны издания 1941-1945 года. Туда свои экспонаты, и вот поэтому, в общем, здесь вот представлено то, что сохранилось у жителей. Но самое ценное, конечно, это вот классный журнал второго класса Барковской школы, это 41-й год. Приехала передвижная библиотека, и вдруг начался бой. Солдаты ушли, больше не вернулись. Остались сапоги, осталась каска, остался телефонный аппарат, остались книги. Уникальность этой выставки в том, что здесь можно прикоснуться к военному прошлому в прямом смысле этого слова. При этом здесь созданы все условия для того, чтобы ознакомиться с газетами и литературой тех лет комфортно и никуда не торопясь. Наша жизнь в мелочах. Каждый из нас стоит в сердце мгновения. Истории прадедов, дело в ключах, что откроют замки прошлых лет, как видения, встанут пред вами отцы и матеря, обрывки событий, осколочки времени, но вы все не помните это, а зря. Вот почему век наш схож с веком племени. Взгляните на небо, не отводя глаз. Помолимся Богу за них и за нас. Во имя святого, во имя родного, во имя детей, дай нам Бог не упасть. Спаси, сохрани, защити от былого и отведи от нас смерти напасть. Кинохронику нам предоставило Мособлкино. Вот. И мы, в свою очередь, постарались, наверное, если говорить о режиссуре, мы постарались совместить какие-то аудио, там, прочтение стихов, аудио какие-то истории, музыку, вот именно с этими кадрами, которые вы видите. Это все настоящие кадры, настоящие жизни. Казалось бы, Советский Союз и общая история, и очень много общего.
И в то же время те события, которые сейчас происходят, они пугают, они говорят о том, что история не должна быть забита никогда, какой бы она ни была. Проходит время, и неизбежно память угасает, теряется вот эта нить сознания и близости к тем людям, которых мы видели сегодня, вот здесь они были с нами. И то, что есть такая возможность представить и их лица, и их слова в книгах и газетах, это стоит очень дорогого. Это вообще уникальное сооружение на сегодняшний день. Мы очень рады сегодня его посетить, потому что мы в первый раз ознакомились с центром, с его возможностями. И, конечно, очень благодарны правительству Московской области за то, что кратчайшие сроки все это было осуществлено. И то, что здесь в Пушкино есть такая возможность для населения, безусловно, всего Подмосковья, используя все самые передовые технологии, это, конечно, отрадно. С момента открытия, вот хочется подчеркнуть, у нас прошло 60 выставок довольно интересных, в том числе и интерактивных, и ряд таких проектов, с которыми мы работаем. Это выставки с крупнейшими музеями Российской Федерации, наш региональный центр активно сотрудничает с историческим государственным музеем. Состояние библиотек в целом, конечно, удовлетворительное, но мы внимательно следим, сколько библиотек требует внимания, капитальных ремонтов, пометуя тот ваш первый визит, благодаря которому произошло очень много таких важных событий в библиотечной жизни Подмосковья. После этого были поставлены серьезные вопросы и о том, чтобы областная библиотека имела свое помещение, и в переводе детской библиотеки в Московскую область, о библиомобилях. Глава района Александр Тропин не оставляет без внимания проблемы жителей. На этот раз он осмотрел дома номер 13 по улице Чехова и 9 на Гоголя. Какие еще точки были вписаны в маршрут, расскажет Анастасия Спирина. Я не знаю, по какой причине не было никакой реакции. Вот шевеление началось только после того, как мы написали. Я не знаю, с чьей стороны вот такая... Ну вот стою перед вами, вот шевеление оказывается. Спасибо вам огромное. Ну я понимаю, что это вот уровень-то немножко... Вот этот уровень должен решать вопрос. Я тоже так думаю. Как от каждой квартиры вот так будет делать вытяжки такие, что ли? Ну, та же самая история. Сейчас вопрос вот нас... такой, вытяжка работает в квартире? Стояк, вытяжка полностью? Нет, не работает. По этой причине так, вот и... Не понял это... ничего. Давайте по новой. Если из квартиры такая вытяжка сделана, я так понимаю, в других квартирах тоже ничего не работает? Нет, работает в остальных. Вот именно в этой квартире на первом этаже не работает. А когда это сделали? Вытяжка? Ну, ребята, ну нет, это не серьезно. Мы обсудили сегодня хорошо совещание к субботнику, но школы должны тоже выйти на свою территорию. Вот пример, забор, да? Директор школы, наверное, должен пройти, посмотреть периметр. И вот эти все надписи, которые висят на своем заборе школьном, надо снять. Вот здесь стояла еще ракушка, видите, прям видно еще. То есть ракушку хозяин согласился убрать, сам убрал из этого дома. А вот сараем такая вот, и объявление мы вешали, фотографии его. Все, ребята. Я считаю, это место видно, это центральное место городское. И мы вот сейчас, сад, вот это зона особого землепользования. План какой у вас? Сегодня. Сегодня. Одно звено сейчас стоит.
Подрядчик ДСУ прошел от Макдональдса в эту сторону, сейчас встает, Макдональдс в ту сторону идет, на Старый Ярославский. Вторая бригада, значит, встает Пушкинское шоссе в обе стороны, потом в обе стороны пройдет Наушинскую, встает, идет в ту сторону. И с утра Бродвей за ними подбирает все, что лучше не соберут. Дает Бродвей, мусор, само собой, и полевая мойка, да? Мы не содержим ее, мы не содержим полосы отвода. Мы выдаем согласование с учетом существования полосы отвода, потому что это полоса отвода под возможные какие-то расширения, устройство каких-то коммуникаций под возможные. Это резервная полоса. Подведем итог. Первое. Есть предписание, которое до июня месяца ГЖИ под контролем держит, должны быть выполнены. Раз. Мы будем держать тоже на контроле. Второй вопрос. Доска документации. Вы готовите, какую вы хотите ее видеть. Дирекция ЖКХ делает эту доску. И развешиваем на подъездах. Люди должны знать, что творится вокруг. Третий вопрос. То, что мы увидели, там вот были нечистоты, фекалии, вылеты. Ребята наведут там порядок, захлорируют. Это вопрос понятный, он несложный, это сделают. Следующий вопрос. То, что мы видели швы. Рабочий вопрос. В течение лета, в текущий ремонт, не такой большой объем работы будет выполнен. Небольшой, тем более маленький, будет маленький. Выполнен. В плане благоустройства мы не можем здесь тротуарную дорожку сделать? Асфальт положить? У нас столько денег не хватит. Поэтому... Нет, не вы, не дирекция, а в плане благоустройства. Может, если у него есть дорожка, это, да. Там, Сан Саныч вроде ему обещал. Нет? Обещал, да, обещал уже 2 года. Вы обещали. Говорите, ну да, запиши. Да, я вот тащить хочу вопрос. Вы понимаете, сейчас началось улучшение. Слава Богу. Но 2 года назад не слышали. Все, 2 года забыли, давайте сегодня. Забыли, начнем по новой работать. Все, я в вашем распоряжении 24 часа. На выставке творческих работ в Доме дружбы «Мир дому твоему» представлено рукоделие домохозяек Пушкинского района. Эти работы – результат их труда и душевной теплоты. Любой желающий может совершенно бесплатно оценить цвета, образы, виды различных городов, созданные руками пушкинских рукодельниц. Мне подарила вот приятельница, я начала с иконы, вот. А потом как-то перешла на природу. Утром встаю, кофе попила, 20 минут поушивала, пошла на работу. Вечером пришла, приготовила все, села, вышиваю. Именно вашим трудом мы восхищаемся сегодня. Спасибо большое и низкий поклон. Они, помимо того, что уделяют внимание детям, внукам, семье, близким, кто-то и работает, украшает свой дом, дарят все, что нужно, они еще находят время создавать такую красоту. И
Я еще нашла очень много людей, которые готовы выставить свои картины, которые рисуют именно домохозяйки, женщины, которые, вот, как они говорят, это наше спасение от болячек. Поэтому вот этим мы будем лечить людей. У нас украинская вышивка будет, у нас татарская вышивка будет, у нас мордовская вышивка будет. Восьмой фестиваль музыкального искусства подошел к концу. В этом году в его рамках прошло 14 концертов. В программе финального вечера произведения, специально написанные для нашего фестиваля. Их авторы уже стали живыми классиками. Программы под названием «Россия и Америка. Диалог культур» исполнители хотят решить глобальную задачу. Какую именно, узнавала наша съемочная группа. Наша цель – максимально популяризировать ударные инструменты, показать их разнообразие, потому что очень есть большое клише относительно того, что ударные инструменты – это что-то громкое и неприятное. Вот, тем, что мы показываем маримбу, мы как раз хотим показать, что она может комбинироваться с различными инструментами, звучать красиво. И мы очень рады, что после концертов мы находим очень приятные отклики от слушателей. Программа называется «Россия и Америка. Диалог культур». Мы хотели показать лучшую, на наш взгляд, музыку, написанную для наших инструментов, как в России, так и в Америке. Мы сотрудничали специально для этого концерта, попросили наших друзей, как в России, так и в Америке, написать произведение для нашего необычного состава, что они сделали. Поэтому сегодня вечер премьер. Культура и музыкальное искусство не стоит на месте. Оно постоянно развивается, постоянно происходит что-то новое. И наша задача показать то, вот это новое, то, что достойно быть услышано нашим слушателям, и достойно быть показано широко и повсеместно. Поэтому сегодняшняя программа – это как шаг в будущее. Вот в наше такое необычное время, да, когда есть политическая напряженность, нам хотелось посредством музыки поговорить с людьми, сказать, что музыка – это то прекрасное, что может нас всех объединить, независимо от политической принадлежности или национальной. Мы не говорим фестивалю «Прощай», мы в очередной раз говорим фестивалю «До свидания». Говорим много теплых, благодарных слов тем людям, которые с этой сцены, а зачастую и за сценой, сделали все для того, чтобы каждый из нас, приходящий в этот зал, получил воистину удовольствие от прикосновения к прекрасному. В этом году в фестивале было очень много нового. Это две рок-группы, которые выступили в ДК «Строитель». Это золотой баритон Китая, впервые выступивший в Пушкино.
Бизнес-завтрак. Такой формат встреч со своими партнерами стал традиционным для регионального отделения «Север» компании «Мегафон». Цель встречи – взаимный обмен информацией. Крупнейший сотовый оператор презентовал свои новые возможности и услуги. В ответ получил пожелания от партнеров. Устройство относится к новому классу, объединенных под названием «Фаблет». То есть это объединение двух слов – планшет и таблет, ну, собственно, смартфон и планшет. Главное достоинство новинки – это, несомненно, огромный экран 5,5 дюймов, что является преимуществом перед смартфонами. Предложил Мегафону предоставлять услуги фиксированным оператором связи тем интернет-провайдерам, которые как бы работают в городах, в том числе с использованием сотовой сети. То есть часто возникает необходимость нам, у наших клиентов, в мобильной связи, и они хотят получить услугу в комплексе. Надо пользоваться, надо смотреть. Ну, вообще они молодцы, сделали, на мой взгляд, хороший продукт по доступной цене. Мы предлагаем решение, которое позволяет мониторить местоположение сотрудника, используя всего лишь мобильный телефон, сим-карту Мегафон. Все это происходит в режиме онлайн. Где находится? Был на встрече, не был на встрече? Когда пришел с работы, когда ушел с работы? Вариантов применения просто масса. Достаточно удобные такие встречи, потому что не обо всех услугах есть оперативная возможность узнавать. Вот, а здесь оператор очень удобно рассказывает о новинках своих услуг, о новых предложениях, о возможных акциях. У нас используется мобильная связь, услуга контроль кадров. Стало удобно мониторить, где кто куда ездил, было ли действительно на объекте. Да, то есть, также абонентам стало удобно говорить, что вот они там были до какого-то времени, то есть задержались на работе. То есть можно было обосновать то, что там, или предоставить отгулы на следующий день сотрудникам. У Мегафона есть очень хороший бонус, в отличие от других операторов, то есть по документам нет никаких претензий, то есть очень четко понятно по количеству, за что платишь, за какие услуги. Компания уже наша давно вышла за рамки представления только мобильных услуг, и на сегодняшний день мы являемся универсальным оператором, который для наших бизнес-клиентов предоставляет весь комплекс услуг. Буквально в декабре компания Telecom Daily проводила независимую экспертизу, и мы продолжаем занимать, как и в 2013 и 2012 году, первое место по передаче данных.
Еще в конце года компания «Мегафон» получила премию тоже по результатам исследования ассоциации «Клик» как лидер клиент-ориентированного бизнеса 2014. Это среди всех сотовых операторов. Сегодня это все новости. Я напоминаю вам, что спонсор нашего выпуска – клиника Гусарова. Спина болит, суставы, голова – в клинику Гусарова пора. Неврология и восстановительная медицина в Пушкино. Ну а у меня на этом все. Я, Лидия Михалева, с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До свидания.